Всем хай! С вами Юджин и друзья. Я не знаю, почему это происходит, но это происходит. Короче, сегодня 31 декабря 2020 года, самый последний день этого странного для меня во всех смыслах года. Я решил сделать тоже для вас нечто неожиданное для самого даже себя. Без всяких анонсов, без всяких предупреждений. Сегодня мы с вами играем в приключения Маквысера в GTA RP. Сразу говорю, я не обещаю, что это будет сериал, что это будет какое-то продолжение. Скорее, это будет маленькая подводка из сампа в GTA, то бишь можно будет два эти плейлиста связать вот этим вот роликом. И я не уверен, что я буду продолжать это дальше. Это просто разовая акция, бонус, как так сказать, отдать дань уважения персонажу и, ну, немножко вас порадовать. Это также не значит, что я буду записывать Stranded Deep. Одного подарка, я думаю, вам хватит, тем более, что я вот прямо сейчас, сейчас сколько время? 18:21 по московскому времени, 31 декабря, и я вот только сейчас записываю вот эту вот подводку. Короче, друзья, не будем затягивать это приветствие, приключения нашего дружелюбного соседа Маквысера. Прямо сейчас на ваших экранах. Понеслась? Внимание, в данном ролике некоторые игроки были переозвучены мною лично, потому что качество их звука оставляло желать лучшего. Исходные фразы я никак не менял, поэтому вы все равно кайфанете. Приятного просмотра. Эй, машина! Мистер машина! Мне до магазина, ближайшего магазина, где можно купить одежду. Мы уже едем? Метку в навигаторе поставьте, чтобы я знал, куда ехать. В магазин за одеждой, пожалуйста. Я не местный. Везите меня, пожалуйста, самым длинным маршрутом, постоянно увиливая в сторону, так, чтобы таксометр накручивал как можно больше. Я все равно собираюсь не платить. Все, приехали. Как мне вам заплатить? Предложить обмен. Я думаю, лучше всего заплатить ему самым ценным, что есть у людей. Спасибо. Друг, это мало. Ладно, сколько я должен? Соточку. Ладно. Удачного дня. Удачного. Но спасибо, вы проворонили. Что я хотел сделать? Ах, да, точно. Новый город, новые знакомства. Новый Стив. Новый я. Новый Маквысер. Черт, гражданины, уйдите отсюда. Вы портите весь момент. На себя. На себя. Да что же я делаю? Все, пора забыть о том, чтобы налаживать порядок. Это больше не моя обязанность. Я очень много времени потратил, чтобы навести порядок в Лос-Сантосе. Теперь еще здесь, но уж нет. Все, спасибо, не получишь. А, это не ты. Это другой таксист. Извини. Здравствуйте, гражданин. Моего таксиста также звали, кстати. Вы не подскажете, где здесь можно... Мне нужно жилье. Он пошел меня провожать. О, так и посмотрите на этот прекрасный город. Он в разы больше, чем Лос-Сантос. Надеюсь, проблемы, которые были там, остались позади. О, кажется, меня привезли в самый комфортабельный район. О, ребята, здравствуйте. Добрый вечер. Я тут хочу где-нибудь пожить, мне нужна хата. Кто хату даст? Хата? Но хата это точно не к нам. А что к вам? Чем промышляете? А у нас здесь бойцовский клуб. Если вы меня заставите драться, то я предупреждаю, что я оставляю за собой право выбирать оппонента. И я выбираю ту девушку, которая вот там стоит. Я думаю, я ей наваляю. Вон ту? Да, да, вот ту. Пойдемте разберемся с ней. Эллен, говорят, вы тут самый сильный боец. Она просто крепкий орешек. А она со слабаками не общается. Но у нас с ней ментальная связь, тебе не понять. Мы не с той ноги начали. Сколько стоит за бой? Бой? Смотря с кем. С тенью, конечно же. Как видишь, моя тень уже на лопатках. Я победил, давай, сколько там денег дашь? О, вы мне 100 баксов дали, я победил? То есть я чемпион? Да, отлично. Да. Давай без клоунада, а? Эй, это вообще-то я только что победил тень. Хорошо, хорошо. Ладно, ребят, где можно мне пожить? На улице. Да, на улице. Но я же не такой, как вы. Зачем мне это делать? В смысле? Мы не на улице живем. А, вы не на улице живете? Нет. У вас не жизнь, а мечта. А вы братья? Да. А кто старший? Мы оба старше, да. Вы старшие оба, я понял. Такое тоже бывает. Когда мне врут! Кто из вас придумал лгать мне, когда я дружелюбно к вам отношусь, вы смотрите на меня? Не лгите мне! Я только что победил свою тень.
Простите, мы не с той ноги начали, судя по всему. А вы только занимаетесь бойцовским клубом и все? Вы его боссы? Ну да. Ты неуверенно ответил. Кажется, что ты не босс. А я могу стать, если вакансия свободна? Ну, надо вам выдать защиту, чтобы вы смогли участвовать в бою. А, перчаточки. Ну, по большей части жилет. А мы окунаем перчатки в раствор со стеклом битым? Нет. Это хорошо. Я вообще не очень люблю насилие. Да, я тоже. Поэтому мы и занимаемся этим. Чтобы, увидев расквашенные морды наших участников, люди поняли, как это плохо. Да. А, ага. Все верно. Мы с тобой показываем, очень высокоморальные люди. Надо. Да. Можно я у тебя поживу? Ну, пойдемте, получается. Благодарю. Какой хороший район. Сэр, ваша машина. Она заглохла, я вижу, да? Спасибо за информацию. Скажи, что сделать. Мне ничего не надо сделать, я могу сам. У меня есть подозрение, я, конечно, не автомеханик, но, по-моему, все дело в пулях, которые влетают периодически в твою машину. Оп! Пуля подчинила его машину! Я не механик, но, кажется, пули положительно влияют на работу двигателя. Надо бы это учесть. А кого мы ждем? Такси. Надеюсь, приедет некто по имени Гражданин. Хороший таксист. Но за спасибо не работает. О, это наш чувак. Да, поехали. Короче, этот чел просто вывез нас куда-то в лес. И пошел. Куда ты пошел? Вот смотри, вот там этот дом. Туда заходи. Можешь там меня подождать. Мне сейчас надо по делам отъехать. Я уже скучаю по нему. Воу, какие там мистеры стоят. Здрасте. Сейчас достану стяжки из кармана и надену человеку на руки. Вы, а что я сделал? Меня вывели с территории. Я должен пожаловаться своему лучшему другу. Неправильно набран номер. Он его сменил. Меня бросили. С кем я могу пообщаться? Бинты! Бинты срочно! Дайте бинты! Кто-нибудь, умру! Окей, может быть таксиста вызвать. Ваш заказ приняли, машина скоро будет. Таксист пропал, ожидайте нового. Черт! Никто не должен видеть моей смерти. Быстро! Под мост! Я должен умереть достойно. Вот. Ой, погодите. Теперь медики меня не найдут, да? Эй, ребята! Если что, я под мостом. Когда медики приедут, нужно будет их как-то направлять. Направо. В канаву. Так, погодите, вызвать медиков. А, вот. Сотрудник принял наш вызов. Сотрудник отказался от вызова. В смысле отказался? В первый же день я сдох в канаве. Мак, давай. Собери силу в кулак и скажи. Помогите. Если вы приехали за трупом, вызывавшим вас, то это я и я в канаве. 4, 3, 2. Я здесь! Я здесь! Под мостом! Наконец-то вы вовремя приехали. Спасибо, мистер. А таблеточку можно? Мистер медик, можно таблеточку? Извините, я тороплюсь. Чего? В смысле? Окей, давайте попробуем вызвать такси. Ну, здорово, еще и дождь попер. Машина скоро будет, ждем. Вот он, таксист мой приехал. Здравствуй, таксист. Увезите его как можно дальше. В город. Ой, прости. Выйдите, пожалуйста, из машины. Я не понимаю, почему ты меня не везешь? Почему меня не везет? Пожалуйста! Получается, надо что-то делать, надо такси вызвать снова. Давайте попробуем набрать все-таки нашего друга. Неправильно набран номер. Здравствуйте, дорогой сэр. Добрый день. Куда-нибудь, где можно поесть. Не будьте третьим, кто меня бросит здесь на шоссе. Как же вы меня выручили, мистер? Меня зовут Ник. Очень приятно, я Мак. Взаимно. А ты не знаешь, где здесь проходят бойцовские бои? Подпольные. Но о нем нельзя говорить. Так что я не очень хорошо соблюдаю правила. Первое правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. Так, возможно, ты его знаешь. Возможно. Ты из какого штата приехал? Лос-Сантос, если ты штат. Там тоже есть такое правило – не говорить об этом штате. Какую-то ты опасную метку поставил. Я не знаю, я увидел красивый розовый череп и подумал, что это прикольно. Наверняка здесь будет много молодежи. Спасибо вам, что выбрали наше такси. Технически это ты меня выбрал, так как ты откликнулся на мой вызов. Мало кто откликался, а тот, кто откликнулся, приехал и сказал, что мне не будет брать, и уехал. Поэтому спасибо, что выбрал меня. Хорошо. Всего хорошего.
Пойдемте пообщаемся с ребятами. Как у вас? О, боже мой, человеку плохо? Надо вызвать скорую для этого гражданина. Здравствуйте, гражданин. Непосредственно шакал на месте. Ты упал. Я заразился коронавирусом. Я тебе вызываю скорую. Непосредственно коронавирус во мне полностью. Я чувствую, что он тебя поглощает полностью. Да, я вижу это. Я полностью в коронавирусе. Вот, смотри. Вот, сюда мы приехали. Тебя спасут. А куда медики поехали? Медики! Я пойду сбегаю за ними. Погоди секундочку. Медик, там человек лежит. У меня кровь течет. Можете меня подлечить? Ай, спасибо. А теперь посмотрите, там человек лежит. Вы, скорее всего, просто голодны. О, точно. Вы, может быть, вы меня доставите, где можно поесть? Садитесь. Мне такое ощущение, что я что-то забыл, но, возможно, это не так. Спасибо большое, мой друг. Быстрее пожрать что-нибудь. Бургер. Кола. Хорошо. Вау, что там за мутка? Они чморят полицейского. Оу, блин. Опа, я сел. Спасибо, что спасли меня, ребята. Вас куда отвезти? Могу написать заявление на одного предателя. Я хочу его осудить по статье «Плохой друг». Он поклялся мне в дружбе, дал мне свой номер телефона. Отвез меня в какое-то место, где обещал дать ночлег. И в итоге меня кинул там, меня там подстрелили. Гражданин, давайте я просто вам 26 баксов дам. Я не могу этот рассказ, просто на слезы пробил. Хорошо, что у вас есть маска, она скрывает вашу скупую мужскую слезу. Спасибо. Что ж, на этом мы прощаемся с вами, да? Получается так. Если нужна будет помощь, вы знаете, где меня искать. Я понял. Давайте, езжайте, я не люблю долгие прощания. Я не смотрю. Езжайте. Да блин, я вас увидел. Опа, здравствуйте. А вы не знаете, где здесь занимаются подпольными боями? Я знаю, где это. С вас еще 230 долларов тогда. Хорошо. Братан, мы тут. Да, все верно. Всем привет. Я хочу судить бои. Ну, как у вас усики красивые. Усы топчик, да, я знаю, спасибо большое, они подчеркивают мои усы. Мне кажется, вы дополняете друг друга. Посмотрите на них, это устрашающий и усмешающий образ одновременно. Ой, прости, дружище, никто кнопочку нажал. Разрешаю ударить в ответ. Да не тебе! Давайте теперь все сбалансируем эту вселенную. Да, прости, я, стоп, я не на тебя нацелился. Удар тебе, вот, гражданин ударил мне. Только, по-моему, ты не должен был меня бить. Что за фигня происходит? В смысле, ты пришел в бойцовский клуб? Я пришел судить, я вас всех осуждаю. Покажи торс. Ну что, я пошел в бойцовский клуб, пришел в какое-то гейство. Кажется, встреча в бойцовском клубе состоялась успешно. Почему я выгляжу так, как будто бы я продавец в супермаркете? Ями, ну тебя я вообще зол. Ты меня там кинул, я в канаве подыхал. В общем, ребята позвали нас всех тусить. Так, это где мы? О! Ванила Юникорн. Окей, давайте зайдем вместе с ними. Все, туса закончилась? Да вы что, туса только началась? А, блин, парни, парни! Все, что произошло-то? Окей, а какой план сейчас? Что мы делаем? Короче, я сейчас думаю, куда мы поехать потусить. Что происходит? Воу! По-моему, мы горим. Блин, ну может быть на солнце перегрелось, я не знаю. Подуем на нее. Правильно, правильно, да. Кажется, получилось. Все, она в порядке, мы ее починили. Это механик? Здравствуйте. Сможете починить? Ну конечно. Кто хозяин? Но я помогал тушить пожар. Мы били ее ногами, пока она не перестала гореть. Вы очень сообразительные молодые люди. Спасибо большое. А, хорошо. Вот так вот мы обошлись без взрывов. Можете помочь? Помочь, можете? Да, что случилось? Машина застряла. Можете вытолкнуть ее? Окей, конечно, мой друг. Где твоя машина? Ой, врагу не пожелай. Слушай, попробуй ее пинать... Да, Стефан, отличная идея. Давай, мой дорогой друг, давай. У тебя получается, ты почти это сделал. Как думаешь, поможет ударить ногой? Можно попробовать. Ну да, просто у нас это помогло с огнем, это значит ничего невозможного нету. Нога повелевает тобой, чертова машина. Сдвинься с места. Вот, работает. Вот, это работает. Давай, Стефан, тащи свою ногу сюда. Мы тебе поможем, дружище. Сейчас твоя машина выйдет из этого затруднительного положения. Крути, крути, жми все педали. Вот. Не благодари. И это за счет заведения. Давайте, пока. У меня это...
мало хп. Мы, кстати, из нас могли бы получиться отличные механики. Не, я согласен. Надо организовать собственную банду механиков. Сейчас мы здесь. Мы приехали? Салам алейкум. Здравствуйте, ребята. Не, никого не вызывали. Называется Молотко. Это наша компания. Мы чиним машины. Там вот сзади есть вот белая тачка, можете ее чинить. О, пойдем чинить белую тачку, да, хорошо. Мы все исправим. Чиним тачку мы легко. Обращайся в Молотко. Слушай, Стефан, да, по-моему, эта машина теперь будет гонять как зверь. Во-первых, она уже очень хорошо стоит. Представляешь, как она будет ехать? Она уже сильно устойчива. Очень устойчивая машина. Стоит, привлекает взгляд. Вот тоже, смотри, вот у нее тут что-то с ней не так. Знаешь, она слишком идеальная. Нужна фишечка, фактура. Обращайся в Молотко, мать твою. Смотри, ты видишь, машина уехала. Мы ее починили. Да. Давай оплату попросим. Друзья, вы, наверное, заметили, как мы починили две машины. Вторая была за счет фирмы, так и быть. Но за первую, пожалуйста, ну там, не знаю, сколько мы стоим? Ну, долларов 350. 350, да, нормально, 350. Кто вас деньгами распоряжается? У вас просто очень знакомый голос, я, конечно, ни на что не намекаю. А вы, случайно, раньше на раскопках не были? Я мог быть на раскопках, я что-то такое припоминаю. Я много где был. У меня был долгий путь. Вот теперь занимаюсь ремонтом машин. Видишь молоток у меня в руке? Очевидно, что я занимаюсь ремонтом машин. 350 за нашу работу мы ремонтируем. Да я же уже дал. Правда? Нам уже дали денег, а мы тут что-то просто ерундой занимаемся. А вы давно чините? О, мы только сегодня начали, но наша фирма уже добилась больших успехов. Ты можешь обернуться назад и увидеть их. И все эти машины стоят потрясающе. Вижу. Ой, у нас там есть автоярмарка, и там люди машины продают. Вы можете там пойти и починить у всех машины. Да, можно продать машину, которая отремонтирована, вдвое дороже. Я могу вас отвезти. Стефан, бизнес процветает. Это у меня одного жестко лагает все. Ну это просто немножко штат проседает. Штат проседает. Что ж, ну, в таком случае нам придется починить весь штат. И на этом мы с вами, друзья, закончим этот видос. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы словили ностальгическую такую нотку. Кайфанули, улыбнулись, взгрустнули, испытали разные эмоции. Понравилось вам видео, не понравилось, неважно. Это то, что я хотел сделать уже долгое время. Я просто не знал, когда я в итоге это сделаю. Сделаю ли я вообще. В общем, я буквально вот вчера решил такой, я это сделаю. При том, что выпуск сам был записан еще весной на карантине. Я сидел, думаю, дай-ка я попробую это сделать, запишу. Но у меня было совсем не то состояние в итоге, чтобы заниматься этим как-то. Сейчас я просто решил, что надо это сделать, потому что была не была. Еще раз я говорю, что этот видос можно воспринимать как некий такой приквел к истории с GTA 5 и сиквел истории с Ампа. То есть он соединяет эти два плейлиста вместе. Что я точно могу сказать насчет Маквысера, это то, что я вернусь к нему на своем сайте с комиксами и сделаю ваншот по истории Маквысера. Так сказать, переосмыслю персонажа и просто попробую и воплотить его в виде комикса. Все потому, что GTA и вот эти игры, они уже становятся тесноваты для персонажа, поскольку он может гораздо больше, на мой взгляд. Поэтому все, замолкаю, ждите анонсов. Если, я не знаю, я уже не знаю, что сказать, я что-то очень устал, прям сильно устал, я хочу пойти расслабиться немножко и встретить Новый год 2021 в таком спокойствии, в домашнем уюте, чего и вам тоже всем желаю. Ну, либо жесткого угара, как вы хотите. Поэтому просто давайте будем прощаться уже с вами. Поставьте кучу лайков, если вам понравилось видео. Итак, я попробую сейчас без склеек сказать просто несколько хороших, теплых, добрых слов для вас, друзья. И пожелать вам что-нибудь хорошее на Новый год. Одену шапку, налью молочка, чтобы выпить с вами вместе игристое молочко. Мы пьем только молоко с вами, ребят, вы знаете. И вот, я понимаю, что надо говорить без клеек, у меня вообще все вылетело из головы, я тупел. Короче, друзья, я благодарен вам за все эти годы, что вы со мной, уже который год мы с вами вместе встречаем, отмечаем новые года. И
я не могу представить, когда еще у меня были такие счастливые мгновения. Эти 6 лет, что существует канал, это просто, это потрясающе. Даже когда я злюсь на то, что... Бывает, хандра находит, когда я злюсь на какие-нибудь видео, которые я делаю. Бывает такое, подбешиваюсь от чего-то. Неблагодарная свинья, потому что... Но, когда начинаю трезво снова смотреть на вещи, или когда начинаю вот так вот с вами говорить, я снова наполняюсь вот этой вот энергией, что действительно такое огромное количество людей... провело столько лет вместе со мной, в моей компании, и я вместе с вами. И приятно смотреть на то, как вы взрослеете, как вы развиваетесь, находитесь новые хобби, куда-то двигаетесь дальше, у вас появляются интересы. И я хочу просто, друзья, чтобы у вас дальше, в следующих годах, счастливых годах, я уверен, было все отлично и все так, как вы хотели. И так как вы... может быть, даже еще не хотите, но уже с вами случится. Я хочу, чтобы вы провели эти праздники максимально круто. Вот что для вас круто, так и должны провести. И в целом, даже не знаю, что еще можно пожелать. Надеюсь, мы еще с вами не один год вместе потусим. Я уже чувствую, что во мне столько всего бурлит, знаете, столько всяких проектов хочется сделать, и я буду стараться их делать, воплощать, как только смогу, по силам своим, по возможностям. А вот сейчас в этом году мы сделали наконец-таки комик, запустили, и он очень успешно, я считаю, пошел. Опять же, вам огромное спасибо за интересы, и скоро выйдет. Ну, выйдут новые номера, будут новые комиксы, новые тайтлы, новый мерч. Вы уже сейчас можете мерч мой заценить на сайте, переходите, покупайте, и... Не знаю, просто заходите в мой телеграм, заходите в мои соцсети и оставайтесь со мной, если вы, конечно, того хотите. Несвязанная речь, я уже реально устал, я сегодня с раннего утра это все монтирую в попыхах. Поэтому давайте прощаться, друзья. Огромное всем еще раз большущее спасибо за то, что вы есть, за все то тепло, что вы мне дарите. Это подарок с небес. Вы это подарок с небес. Вот серьезно. Надеюсь, что я для вас тоже. Огромное всем гигантское... миллиардный раз уже спасибо, крепкие обнимашки, счастливого всем Нового года, и с вами был Юджин. Будем считать, что мы чокнулись, и всем 5!